просто развивает мышление. Можно до декабря в Костюмах ходить. Конечно, в китайском. Много иностранных студентов. Всем привет, меня зовут Влад, я из Читы. Сначала приехал на FP, потом сменил программу на e-commerce trading practice. Очень нравится, особенно когда сейчас добавили и бизнес, и математику, это стало, конечно, интереснее, но еще сложнее. Как бы оно сложно было начать учить китайский, но потому что есть опыт изучения английского, было намного проще. Харбин, говорят, что это русский город, это вообще не так. То есть русских, по-моему, точно так же, как и в остальных городах. Здесь я просто, если выйти погулять, их нет. Харбин – большой город. Погода с Забайкальем одинаковая. Даже тут потеплее. То есть мне вообще прекрасно. Но ребята говорят, что холодно. То есть было время, когда минус 35 было, но это прям очень редко. Так можно до декабря в Костюмах ходить. Все равно такие холода начались как раз-таки на каникулах были. И чуть-чуть мы затронули. Красавчик, зовут. У нас два класса, ребята очень веселые, мне они нравятся, много друзей их нашел, и не только русских, и много иностранных студентов сюда приезжает, просто развивает мышление и кругозор, потому что у нас проводились всякие разные мероприятия, и ты просто вникаешь в культуру Китая, вникаешь в культуру разных стран, и это завораживает и очень интересно. 直线和圆有几种关系，分别是什么？ Как бы здесь три столовых на кампусе, плюс еще какие-то магазинчики за кампусом, куча всего. Выучить китайский, хотя бы свободно на нем говорить, поступить вот на ту программу, которую я хочу. Потом работать в Alibaba Group.